Детская волна представляет. Занимательная физика. Под напряжением вещи изменяются. Сегодня наш фокусник с новыми фокусами. В его пальцах волшебная сила. Щелчок пальцами и проволочные обмотки притягиваются друг к другу. Повторить фокус приглашаются зрители. Этой женщине удается фокус с первой попытки. Волшебство здесь ни при чем. У каждого фокуса есть секрет. В данном случае это автомобильный аккумулятор, который подает ток через обмотки, разумеется, по сигналу фокусника. Но почему обмотки притягиваются друг к другу? По проволоке проходит ток. При подаче электрического напряжения создается магнитное поле. Согласно направлению магнитного поля, проводники притягиваются друг к другу. При отсутствии напряжения магнитное поле исчезает, и проволоки возвращаются на свое первоначальное положение. Вокруг проводника тока располагаются магнитные стрелки. Подаем электрический ток, и стрелки располагаются согласно магнитному полю. В зависимости от направления подачи тока, стрелки разворачиваются налево или направо. При подаче тока в этом направлении создается магнитное поле такого типа. Если ток пустить в противоположном направлении, то магнитное поле строится зеркально иначе. По этим двум проводникам проходит ток. Магнитное поле в действии. Направление тока таково, что два проводника притягиваются друг к другу. Если мы изменим направление тока, а следовательно и магнитное поле, то два проводника начнут отталкиваться друг от друга. А вот и наглядный пример. По медным проводникам проходит ток. Они притягиваются друг к другу. Стеклянная пластина предотвращает короткое замыкание. То же самое мы можем наблюдать и на катушке. Под воздействием электрического тока витки на катушке отталкиваются. Так что фокусник показал нам простой фокус.
Электромотор работает при помощи магнитного поля, которое создается вокруг проводника под напряжением. Нам потребуется батарейка, магнит и катушка, которая состоит из проводника. Магнитные поля вокруг медной катушки и вокруг магнита отталкивают друг друга. Создается вращательное движение. Конечно же, ток все время должен идти в одном направлении. Для этого предусмотрен переключатель. Рассмотрим процесс внимательнее. Магнит создает свое независимое магнитное поле. Напряжение вокруг проводника создает другое магнитное поле. Из-за несовместимости магнитных полей магнит отталкивает магнитное поле проводника. Вот вам более выразительный пример. Магнит создает магнитное поле, проводник начинает вращаться в нем, и вдруг через катушку поступает электрический ток и зажигается лампочка. Похоже на электромотор. Но как все-таки это происходит? Медная проволока вращается в магнитном поле, и в результате создается электрическое напряжение в проволоке. Поступает ток, и мы видим повтор процесса электромотора. Видите, как все просто. Велосипедная фара тоже состоит из катушки, которая вращается в магнитном поле. Результат налицо. Энергия на черный день. А вот что-то странное. Катушка вращается, создается напряжение, а магнита нет. Объяснение. У Земли есть свойства магнитного поля. С помощью катушки этими свойствами можно воспользоваться. При вращении катушки вырабатывается ток. Электрического напряжения можно также добиться и с помощью передвижения металла в катушках-проводниках. Специальная электронная система позволяет нам все услышать. Это петля из проводника, которая при помощи электронного замыкания акустически воспроизводит напряжение, концентрируемое в металлическом предмете. В данном случае мы пытаемся выяснить месторасположение гвоздя. Очень удобное приспособление для кладоискателей, для тех, кто хочет разбогатеть, найдя клад. Но чаще всего почему-то сигнал посылает старая жестяная консервная банка. Светофоры тоже регулируются медными петлями. Проволочные петли прячутся под асфальтом. Машина, огромный металлический объект, проезжает по ним и вызывает электрическое напряжение, которое контролирует светофор.
Нет, не волшебство движет этой тележкой. Тележкой управляют кабели, расположенные под полом. Магнитное поле, создаваемое электричеством, направляет тележку до точки назначения. Таким образом, можно доставлять товары. Тележка движется до тех пор, пока через индукцию датчик не получит сигнал остановиться. Да, это водопроводная труба. Но индукция электрического напряжения, вызванного кусками железа в стене, предотвращает несчастье. Сверлить здесь опасно. На этой свалке даже старые разбитые машины находят себе применение. Вначале их спрессовывают, а затем разрезают на мелкие кусочки. Металлические части извлекаются магнитом. Конечно же, те части, которые обладают магнитными свойствами. Вы видите, как быстро можно разобрать машину по кусочкам. А что вы скажете про этот фокус? Или этот секрет в электромагните. Ток проходит по толстым катушкам, и возникшее магнитное поле притягивает металл. Отключаем напряжение, и катушки теряют магнитное поле. Фокусник знает, кто помогает исполнить ему этот фокус. Электромагнит, который включает и отключает его помощник Карл. Но фокус был бы еще интереснее, если бы фокусник был железным дровосеком. Программа озвучена телекомпанией «Школьник ТВ».